Мне вот стало интересно. Ты в курсе, что в фильмах все не по-настоящему? На самом деле этот мальчик жив и рука у него на месте. Хватит надо мной издеваться и врать. Я видела, как он откусил его руку. Если ты не знала, то это называется CGI. Да хватит уже! Сейчас я его достану. Нет! Я уже попыталась открыть окно, но оно почему-то не открывается. Странно, я его только сегодня днем открывала. Пытается тебя защитить. Да? Тебе его показать? Видео. Ладно, сейчас. Ты же сказала, что все это не по-настоящему. А теперь говори, что этот самый монстр появится в моей квартире. Я не знала всей ситуации. Я больше не могу. Что? За окном в моей комнате тоже шарик. Беги на улицу. Я только повернулась к двери, как она тут же захлопнулась. Интернет пропал.
5 минут спустя. Ты говорила не бояться. Я крикнула через дверь, что я его не боюсь, и дверь открылась. Сейчас все заработает, если я ничего не перепутала. Вот видишь? Главное, не бойся. Что? Как вообще? Что опять? Кто-то стучит с балкона. Это же невозможно. Сама говорила, что нужно не бояться. Будь осторожна. И помни, что он не опасен, если ты не будешь его бояться.